полете в Монако, я на крыше океанографического музея. Отсюда прекрасный вид. И на океан, и на горы. Мы решили туда остаться с мужем на вот одну ночь, потому что на одну ночь и два дня, чтобы побыть здесь, почувствовать, просто походить, знаете, повпитывать всю эту красоту, роскошь, тишину, эти все яхты, огромные кипарисы. И вот там внизу вот так беззаботно вот играют дети, это прикольная такая площадка, даже подростки, не дети, катаются на скейтах около моря в прекрасном саду. Это очень здорово. Здорово это видеть, ощущать и, конечно же, проживать. Добро пожаловать в рай. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка. Переходите и скачивайте мою книгу. Она бесплатная. Книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной. И вам будет все ясно и понятно.